Михаил Потапович, так зовут этого бурого медведя, был найден людьми в районе... Так, давай еще раз. Михаил Потапович, так зовут этого бурого медведя, был найден людьми в Ленинградской области и доставлен сюда, в центр Велес. Здесь дикие животные находятся на передержке и через некоторое время их возвращают в естественные условия. Правда, многие звери по разным причинам остаются под присмотром человека на всю жизнь. Доброе утро, на Первом канале включение из Петербурга. Давай. Михаил Потапович, так зовут этого бурого медведя, был найден людьми в Ленинградской области и доставлен в центр Велес. Здесь животные находятся на передержке, и через некоторое время их возвращают в естественные условия. Правда, многие звери по разным причинам остаются под присмотром человека на всю жизнь. Доброе утро, на Первом канале включение из Петербурга. Смотри на нас.